В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат. Очень важно в Конституции закрепить норму об обязательном социальном страховании граждан, об адресной социальной поддержке граждан и ежегодной индексации социальных пособий и иных выплат. Федеральные законы принимают депутаты Государственной Думы. Они принимают, они же могут отменить. Если эти нормы закреплены в Конституции, они будут гарантией для каждого гражданина Российской Федерации и не могут быть отменены.